Провокация Армении на границе с Азербайджаном привела к гибели двух армянских военнослужащих. Кроме того, согласно сообщению Минобороны Армении, двое армянских военнослужащих получили ранения, передает ДАЯС. Как ранее сообщила Минобороны Азербайджана, в результате провокации, совершенной вооруженными силами Армении на Кельбаджарском направлении Азербайджана-армянской государственной границы, в полдень 11 января погиб азербайджанский военнослужащий сверхсрочной военной службы рядовой Назаров Аяс Азероглу. Ситуация обострилась на азербайджано-армянской границе в направлении Кельбаджарского района. Подразделения азербайджанской армии осуществляют адекватные ответные меры для подавления активности противоположной стороны на этом направлении без какого-либо применения авиации или артиллерии. В настоящее время оперативная обстановка находится под контролем наших подразделений. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. До новых встреч!